Встреча с песней. Редактор Татьяна Зубова, автор передачи Виктор Татарский. Здравствуйте. 554-й выпуск передачи. Вы просите песен, их нет у меня. На сердце такая немая тоска, так скучно, так грустно живется, так медленно сердце холодное бьется, что с песнями кончить пора. Нет-нет, это не мои стихи, не мой грустный монолог. Я настроен иначе, гораздо более оптимистично. А стихи эти из романса начала века, романса, который пел Юрий Морфесси. В связи с этим произведением письмо Зои Андреевны Свешниковой из Иркутска. Слушая письма и песни во встрече, возвращаешься в дни давно минувшего здоровья, когда окружающая жизнь воспринималась так полно, а вечер, проведенный у костра во время экспедиции, давал такое умиротворенное настроение, что жизнь казалась прекрасной. Наша экспедиция была в далекой тайге, примерно в 100 километрах от поселений. Днем работа, но наступают сумерки, все собираются у костра, обмениваются дневными впечатлениями, шутками, охотничьими рассказами о необыкновенных встречах с обитателями тайги. Постепенно спадает утомление, профессор берет гитару и приятным баритоном начинает свой концерт. Не знаю, откуда брал он эти песни, больше я их никогда не слышала, а они такие философские, не забываются. Вы просите песен, их нет у меня. Их нет у меня, на сердце такая немая тоска, как скучно, как грустно живется, как медленно сердце, медленно сердце холодное бьется, что с песнями кончить пора. Новых я песен совсем не пою, старые петь избегаю, тревожа один болевшую душу мою. Ах, с ними, сильней я страдаю. Вы просите песен, их нет у меня, на сердце такая немая тоска, как скучно, как грустно живется, как медленно сердце, медленно сердце холодное бьется, что с песнями кончить пора. Русский роман с начала 20 века «Вы просите песен» пел Юрий Морфесси.
Владимир Куролесов, Москва. Хочу рассказать о своей бабушке Елизавете Терентьевне, вырастившей и воспитавшей меня, привившей мне любовь к искусству. Бабушка была страстной поклонницей малого театра. Вся ее трудовая жизнь связана с локомотивным депо «Москва-сортировочная». Здесь она проработала более 40 лет, включая и годы войны. Не одно поколение специалистов воспитала она, щедро передавая свой опыт. Об этом помнят ветераны депо. В семье бабушка была всеми любима, никогда не унывающая, неутомимая труженица, приветливая, заботливая. Очень любила детей и всегда находила для них время. Ходила с нами в театр, на концерты, в музеи. Делила с нами наши школьные радости и горести. Бабушка была связующим центром в нашей большой родне, олицетворением домашнего уюта и тепла. Очень прошу в памяти моей бабушки, пусть прозвучит дуэт «Прилепы и Миловзора» из оперы Чайковского «Пиковая дама». Она любила напевать эту мелодию в семейном кругу и для друзей. Чайковский, дуэт «Прилепы и Миловзора» из интермедии «Искренность пастушки» из оперы «Пиковая дама». Исполнители Вероника Борисенко, Вера Фирсова, оркестр Большого театра, дирижер Александр Мелик-Пашаев. Запись 52 года. Обратный адрес этого письма: Ленинград, Литейный проспект, 96. Ну, наши слушатели, я знаю,
обладают чувством юмора и, надеюсь, не будут повторять содержание письма в своих посланиях. Второй раз это уже будет не смешно. Итак, письмо. Дорогая редакция, передайте для меня за дальнюю околицей в исполнении Зои Рождественской. Если не передадите, я покончу с собой. Предсмертное письмо вам пошлю, а две копии в «Правду» и в ЦК КПСС. Не доводите меня до ручки. Спасибо. Подпись. И еще один человек. Испугались. Передаем. За дальней околицей, за молодыми вязами, мы с миром расставаясь оклялись в любви своей. И привыкли свидетеля, река голубоглазая, березника пушистая, на звонок и соловей. И привыкли свидетеля, река голубоглазая, березника пушистая, на звонок и соловей. Уехал, милый, надолго, уехал в дальний город он. Пришла зима холодная, мороз залютовал. И стройная березника, поникла оголенная, замерзла речка синяя, соловушка пропал. И стройная березника, поникла оголенная, замерзла речка синяя, соловушка пропала. Пропали три свидетеля, три друга у невестушки, и к сердцу подбирается непрошенная грусть. А милых не из города все пишет в каждой весточке: ты не тоскуй, любимая, я скоро возвращусь. Промчатся в люди зимние, минуют дни суровые, и все кругом наполнится веселою весной. И стройная березника листву оденет новую, и запоет соловушка над синею рекой. И стройная березника листву оденет новую, и запоет соловушка над синею рекой. Николай Будашкин, стихи Глеба Акулова «За дальнюю околицей». Пела Зоя Рождественская, джаз-оркестр Всесоюзного радио под управлением Николая Минха. Запись 47-го года. Нонна Николаевна Кристи, Москва. Пишу вам из Пушкина Горья, живу в гостинице, из всех средств цивилизации только радио, и вечером после мирских забот оно к моим услугам. Вдруг слышу встреча с песней, и мне захотелось поделиться с вами впечатлением от недавнего телефонного знакомства. В Москве я вот уж какое время меняю квартиру. Это обменное мероприятие сводит с разными людьми, доброжелательными, неординарными, грубыми, хотя знакомство дальше телефонных звонков и редкой стыковки
на предмет смотрин, не заходит. В очередной раз снимаю трубку и слышу мужской голос с бархатными интонациями, слегка разбавленными чем-то южным. Мне показалось армянским. Я его спросил, не армянин ли он. Слегка удивившись, сказал, что да. Представился Артур Михайлович. Позднее я позвонила, договорилась с его супругой, что она посмотрит нашу квартиру, а на прощание она сказала, что Артуру Михайловичу понравился мой голос, который, как он отметил, может принадлежать интеллигентной и красивой женщине. Она добавила, что он это очень чувствует, так как в прошлом певец, и что почти не видит. И вдруг, после того, как мы попрощались, меня осенило. Господи, это же Айдинян! Сидела весь вечер и прокручивала пленку вспять. Вспомнила, как бегали на его концерты, смотрели фильм с ним. И в следующий раз, когда Артур Михайлович позвонил, я спросила, не Айдинян ли он? Да, это он. Обещал, когда увидимся, переписать его песни. Просьба к вам вспомнить любую песню из репертуара Артура Айдиняна. Надо мной тихо звезды мерцают. Наполнил душу мне голубой свет луны. Я в ночной тишине вижу дивные сны. Расцвел цветок любви сердце верном моем. Он чудесным огнем погорелся в крови. Куда вы от меня не скрылась ты? Повсюду за тобой мои мечты. Может быть, обо мне вспоминая теплой ночью грустишь ты одна. Ласкает тебя, дорогая, нежным призрачным светом луна. Вспоминая
и ночью грустишь ты одна. Не ласкает тебя, дорогая, нежным призрачным светом лунной. Артур Айдиньян, композитор Биксио Чезаре, «Лунная серенада» из кинофильма «Вернись в Сорренто». Запись 54 года. Мария Ивановна, фамилию называть, пожалуй, не буду, город Иваново. Не смогла не написать после встречи, где женщина рассказала о том, как пронесла через всю жизнь свою любовь. Как будто обо мне. Только разница в том, что я не назло любимому вышла замуж, а по воле деспотичной матери своей. И живем мы в одном городе, и часто видим друг друга, хотя мне уже 47 лет. Но при встрече кровь подливает к затылку, не знаю, куда глаза девать. И все эти 30 лет не проходит это сильное чувство. Значит, есть она, любовь. Слышите меня, 17-летние, берегите ее. Трудно жить без любви, ой, как трудно. А еще труднее, когда эта самая любовь в одном городе. Кстати, обращаюсь к той девочке, которая считает себя некрасивой. Я прожила всю жизнь с мужем, красивый внешний человек, без любви. А несу и пронесу до смерти любовь к некрасивой наружности человека, зато красивого душой, порядочностью и культурой. Отбрось, дочка, свою печаль. Ты будешь счастлива, если твои глаза будут светиться радостью жизни, а не тоской и печалью. Мы, послевоенная молодежь, очень любили слушать Батыра Закирова и танцевать под его пластинки, которые играли на патефоне прямо во дворе. Наше любимое арабское танго пусть услышит мой человек. Хочу сказать, что встречу с песней все больше слушает молодежь. Еще 100 лет, дорогая встреча, помогай встречаться людям с юностью своей, хотя бы эти 60 минут. Я захратан писали. Ройт хафисуали, я захратан фисуали, ройт хафисуали, гнаталайха лаяди, ва акбалат халаяди, ва шалат халу, фаммата сахру. Эй, я зарани, кулушаин дани, эй, назадан, хаббанун, хамдуару, эй, я зарани, кулушаин дани, эй, назадан, хаббанун, хамдуару, эй, ва-ва, хабдул-хамра, арсану, арахму, ваттанайту, абадавайту, грух, эй, يا لطير في ربيع مغاري يا قوسو يا قوسو يا قوسو غنت عليها الليالي وأقبلتها الليالي وشغلت الليول فما تصفر الزهور يا زهر.
Secreta în fisări, rai tu ca fisări. E secreta în fisări, rai tu ca fisări. Gana talai haladi, wa abbalat haladi. شغلت العيون ثم تسخر الزهور هيا زرارك كل شيء داني ولا زاد هبا وهنت وروهي هيا زرارك كل شيء داني ولا زاد هبا وهنت وروهي ووهبت الأمر أوصر وراخمو واتغنيت وبدا وعدت بوخي يا نتير يربيت أمي غاني يا قسو يا قسو يا قسو يا زهرة في سؤالي رأيتها في سؤالي يا زهرة في سؤالي رأيتها في السواري جنت عليها الليالي وأقبلتها الليالي وشغلتها الليول ثم تسخر الظهور композитор Дарис Эль-Атташ. Арабское танго «О светоч грез моих». Пел Батыр Закиров. Запись 59-го года.